В Жамбылской области построят еще одну ветровую электростанцию мощностью 200 мегаватт. Все расходы по установке возьмет на себя китайская компания ДАИ. Это один из проектов, о реализации которого руководство региона договорилось в ходе поездки в Китай. Во время двусторонней встречи в провинции Шэньси жамбылцы презентовали свыше 30 инвестиционных проектов, представляющих экономический потенциал области. Китайских инвесторов заинтересовали прежде всего идеи в сфере зеленой экономики и переработки сырья. Также достигнута договоренность между руководством области и комитетом сельского хозяйственного региона Янлин о строительстве аграрно-инновационного парка высоких технологий, где будут заниматься выращиванием и переработкой органических фруктов и овощей. Заключены соглашения о формировании кластера предприятий, перерабатывающих сельхозпродукцию. Планируется, что все эти проекты, нацеленные на развитие аграрного сектора, будут реализованы в ближайшие 3 года. На встрече с китайской делегацией были презентованы обширные возможности Жамбылской области в сфере инвестиций, в том числе в таких сферах, как недропользование, солнечная энергетика, ветровая энергетика и много других проектов, а также в сфере промышленности. Самое главное, китайская сторона проявляет большой интерес к нашей области, и есть у нас большие возможности для того, чтобы привлечь именно китайские инвестиции со стороны провинции Шэньси. Общий объем инвестиций, который мы предполагаем привлечь для нашей области, порядка 400 миллионов долларов.